Всем привет! Добро пожаловать на новое видео. Кстати, ребятки, если вы заметили, я поменял название канала. Вот, потому что, ну, в принципе, канал Дима и Таня. Ну, наверное, как бы имена это не совсем может быть правильно, я так подумал. Вот, и поэтому я решил переназвать канал. Назвал Friend Family, почему? Потому что это вроде бы как бы дружественный, да, такой вот канал, веселый, наверное, и все в этом роде, друзья там, типа туда-сюда, family, ну, потому что мы семья, Таня, там, Илюха, вот такое дело. Вот, смотрите, Серега идет, кстати. Так, я заехал в этот, господи, Wood материал магазинчик. Строитель аккуратненько залазь, блин, потому что я подвинул, я вижу, специально, да. Это, видишь, сзади сколько этого. Да. Ты готов к работе труду и обороны? Я спина не... болит. А меня это не волнует. Болит спина. Угу, а угу. Эти, они тяжелые. Да какие тяжелые, чувак, спина они болит, легенькие спина вообще. Спина болит. Ты полезешь, блин, сейчас вот эту крышу будем перекрывать. Спина болит. Взял рулоны минваты. Каждый рулон 475 гривен, короче, получился. Мажор, мажор. Мажор, да. Такая вот накладная. Взял 4 рулона на 1899 гривен. Параметры вот это. Кнауф, минвата Кнауф. Что, задача какая, дядь, сегодня? Спина болит. Вот. Я же тебя не просто так взял. Надо, чтобы это... Я ему когда-то вот здесь вот, блин, мешки поднимал, блин, скотина. Тогда спина не болела. А теперь... А теперь болит. А меня кто, кого это волнует на самом деле? Ну что, ты будешь помогать? Не, ну ты так, конечно, лучше нет, лучше вообще в это. Но это не стекловато, это не стекловато. Серега думал, что это. Мы все равно оденем масочки на всякий случай. В общем, ситуация какая? Я сейчас приедем на место, я вам покажу, какой там материал. Там утеплена крыша, короче, понял? Но там такая минвата, ей уже 4 года. Во-первых, я хочу вот этот перестелить, под низ той положить, а сверху накрыть той старой. Сейчас приедем на место, в общем, покажу. Наша задача сегодня состоит, чтобы вот этими 4 рулонами, не знаю, хватит их, не хватит. Ну, не хватит, блин, а еще на один денек это, да. Да? Спина болит. Спина болит. Все, мы едем, короче, домой на хату, да. Там уже будем разбираться потихоньку. Ты мне бутерброды под люкой взял? Колбасы нема. Сегодня утром все сожрал. Вот це, блин, друг называется. Вот скотина, блин. Понятно, короче. Тупо сожрал все колбасы. Более маленький кусочек был, я его сожрал весь. Два бутерброда сделал. Видите, какой у меня друг. Под люкой все. Все, закинули мы с Серегой домой. А, еще и там два рулончика. Серега переоделся, дал ему с барского плеча такую жилетку, он мне ее уже засрал. Красавчик. Жилетка начальника говорит, работать надо. Сюда вот эти вот штука, какой-то пена. Не рви мне ладу, балбес. Укласть, утеплить. Утеплить? Зачем? Зачем? Холодно, чтоб не был. Так, где у нас тут этот, вот параметры, короче. Той самой минваты, теплый рулон, короче. Здесь на 16 квадрата хватает. Вот. Рулон такой мне обошелся 470 гривен. Вот. Где-то 16, ну, я думаю, что это квадратов 7, 10-7, наверное. Но все равно 50 миллиметров. Сейчас будем поднимать наверх. Ты готов? Понятно все. Махра-хухра. Давай. Так, давай только ты, чтоб тут аккуратно, потому что... Забрасывай. Дурак, что, блин? Не надо, блин, ты раскирачишь. А потом, если она разорвется, блин, а ты будешь сам ее сворачивать. Лети, я тебя закину. Чекай, я там свет включу, пойду. В общем, мы уже на крыше самой. Вот, ситуация такая. Нужно, видите, утеплитель промеж балок. Серега, аккуратно, блин. Вот. Не, туда не вставай, блин, на лестницу, на ступеньку только вставай. Вот там не знаю, какая доска. Можешь провалиться, блин. В общем, вот такой вот. Вот здесь вот, видите, вент-камера идет. Ого, как пыльно, видите. Дышать невозможно здесь. Мы сняли только что вот эту слой минваты. Видите, вот. Скатили, туда вон отправили. Вот, сейчас будем новый застилать. А поверх еще вот этим. Здесь вот тоже пройдемся. Это мы над Илюхиной комнатой. Вон там у меня санузел. Ну, санузел вроде бы в нормальном состоянии. Там все утеплено, я так посмотрел. Еще вот здесь бы положить кусочек бы, да. И будет нормальненько. В общем, Илюхину комнату нужно хорошо утеплить. Потому что у него самая холодная комната здесь. Вот так вот, ребят. Сейчас мы вот это сворачиваем. Балки, видите, деревянные. Вроде все нормально. Но вон они, кстати, на металлическую балку. Не знаю, они закреплены, нет. Вроде бы закреплены.
Да, как-то закреплены. И доски вот тут, вот видите? Вот эти. Снизу мы будем USB-шкой обшивать. Подаешь, Серег, да? Да. Глаза, пожалуйста, свети на низ. Сука, блогер. Да, отец блогер, горе в семье. Короче, я все, что мог, мат его запикал. Не ругайся, пожалуйста, у меня дети смотрят. Еще одну полосочку сняли. И только что, вот, Сережка сейчас подснимает. Давай, ну подержи, блин, и посвети вот сюда, там, где я буду катить его. Все, укладываем еще один новый слой минваты. Давай, братик, свети. Ох и ругается, ох и ругается, шикал. Так, поехали. Раскручиваем. Это новый слой. Вот это старый, вот это новый. Так, аккуратно, отходи. Отходите, пожалуйста. Ой-ой-ой, смотри, как хорошо пошло. Потом что? Стой там, я сейчас буду его заталкивать. Потом берем вот так вот. Раз. Кстати, что это такое, интересно. Ну, такой слой хороший. Она-то, когда распуширивается, уже получается хорошо. Вот тут вот по бокам. Раз. Вот так вот. Раз. И сверху мы еще будем укладывать старенький вариантик вот этот, то что здесь лежал до этого. Вот. Все, здесь вот аккуратно. Потому что когда мы, извините, что к лесу задом к вам переном, но тут был, в общем, такая ситуация, что был дыры видно, видите, просвечивало, да? Оно до сих пор просвечивало. Так. Кстати, напишите, те, кто знает, нужно ли, можно ли сверху USB-шкой вот так вот сюда зашить, вот так листами, или не, лучше не стоит, типа сэндвич делать. Снизу USB-шка 100% буду делать для звукоизоляции, а сверху вот, кто знает, можно ли, чтобы там плесень, ничего, ну и вода не собиралась, можно ли так сделать или нельзя. Так, дальше берем вот эту старенькую и потихонечку расстилаем сверху на нее. Для того, чтобы было дополнительное утепление. Вот так вот и раскатываем. Все. Там вообще, между прочим, возле трубы вокруг нифига не было. Скажи, Серег. Я единственное, что я хочу сказать, там просто будет задние запикывания. Запиковано будет все. После тебя надо все запикивать. Фу, блин, пыли дышать невозможно. Мы после каждого слоя спускаемся вниз подышать. Потому что это пылюк, это грязь. Невозможно дышать. Так, не хватило нам кусочка, в общем. Вон в той стороне. Покажи, Серег. Вот. Видите? Блин, придется отрезать кусочек. Ну сколько там? Метр полтора, да, Серег? Вы знаете, в курсе, что в таких местах сложно дышать. Не говоря уже о том, что... Кто-то пердит. Кто-то пердит. Угадайте, кто? Вот именно, вот да. Я не буду показывать пальцем. Вот-вот. Дал бог по напарничка, блин. Вот-вот. А потом угадайте, кто пердит. Вот-вот. И не надо будет угадывать. Там и так все ясно. И так поймете. Приходится пилой. Отрезаем пилой. Так, у нас там... Бензопила, дружба. В работе. Так. Гуляем. Идет хорошо, кстати. Ты посмотрите на этого дебила. Я чуть не провалился, да? Видишь, чуть не встал мимо этого. Да как неудобно вообще, ты же понимаешь? Да я одно понимаю. Да, что ты там понимаешь? Скажи спасибо, что... Блогер в семье, дебил навсегда. Ага. Скажи, ай, палец чуть себе не протянул. Курва, он еще палец себе чуть не обрезал. Главное еще ногу себе не обрезал, понял? Да он будет сейчас пилять это вот, отпилит себе ногу, потом еще голову случайно отпилит. Кусочек ложим, отойди оттуда. Отойди и свети, пожалуйста. Потому что я из-за тебя... Курва, уже... если я из-за того, из-за твоего, блядь, видео упаду туда... А? Чувак, чувак, ты туда в дыру не упал. Давай, давай, стелина. Блин, капец, еще спина болит. Все, чтоб люхи, это люхина комната, не свет. Мог бы светить нормально? Нос чешется. Ага. Что мне твой нос? Знаешь такую поговорку? Вышел заяц на крыльцо, ага, почесать свое яйцо. Так это про тебя, не знаю. Так, все, закрываем. Не хватило кусочка, теперь доделали. Все. Ходит вон тут своими желтыми, зелеными труселями светит. Тихо, блин. Типа, посмотрите, вон, крупным планом покажу. Угу. Фу, блин, плюка. Все, еще один слой у Илюхи постелили.
Капец, жесть. Неблагодарная работа. Еще друг называется, послали мне в помощь. Блять, ходит пердит. Так, работа окончена. В общем, все застелили, перестелили. Вот это сверху. Мы под низ новые положили, в основном везде. А вот под верх постелили то, что уже было. Вот. Здесь мы, видите, тоже все сделали вроде бы хорошо. Вот. Тут был, в принципе, видите, угловой. Вот этот. И вроде бы тоже хорошо сделали. Вот. Там вот так вот тоже все разровнено. Разровняли. Здесь вот сверху тоже много утеплителя. Сейчас лежит, положили по верхам. Вот. Отверстия позаделывали, которые были видны сверху. Ну и теперь можно, в принципе, уже, как говорится, зашивать снизу ОСБ-шкой. Такие, ребятки, дела. В общем, здесь вот вроде тоже хорошо получилось. Вот там позакрывали везде, потому что у Люхи там была дырка прям снизу. И все хорошо заделали. Такие, ребятки, дела вот. Ох и дебильные. Смотрите на этого дурного, блин. Посмотрите, что он наделал, блин. Взял, включил, а ты не ожидал напорчик? Реально, чуть глаза не лечился. Взял, мы только все уже, блин, все сделали, уже уходим. Смотрите, что он наделал, блин. Вот упадло, блядь. Напор не ожидал, блин, да? На 10-м этаже, дядь. У тебя такого в Киеве нету, правда? Если много крутину, то тоже было. Ага, ага. Я включал уже как-то, блин. Твои горячей воды еле-еле это. Да, ты подходил, когда воды не было. Ох и дурные, блин. А смотрите, что взял мне он тут, блин. Тут теперь хоть цемент замешивай, блин. Ох и дурные. Это хорошо. Вы видите, прослеживаете? Да что там твой глаз, блин? Чуть хату мне не затопил, блин. Глаз у него. Ой, все, мы уже закончили, ребят. Ты, говорит, блин, чуть глаз не выбило. Господи, боже мой, глаз ему выбил. А прикинь, а что, нормально долбануло, да? Долбануло, глаз нормально. Тихо, там ведро, смотри, чтоб мне это не переполнил. Короче, все, ребят, мы уже закончили. Фу, там все перестелили, дышать было невозможно. Маски грязнющие, вот, видно, да? Но они особо тоже не помогали. В общем, ну такое, блин. Это, видал уровень потока, да? Капец, конечно. Повторим? Не, не надо, я тебя прошу, блин. Такой в другую, ты уже не знаешь, в какую сторону? Блин. А ну покажи, штаны, блин. Как мы теперь поедем? Отряхни штаны теперь, блин, как мы поедем, блин, за тебя надо пакета на сиденье теперь стелить, грязь, блин, свинят. Блядь, как мне, блядь, домой доехать? Никак, вон жилетку бери и едь. На голове, короче, господи, что с тобой, Серега? Вот ты, блин, удружил, конечно. Да. Смотрите. Вот это не может, блин, нормально. Вот не может. Вот постоянно. Его же, блин, в хату пускать нельзя. Не подумай, бля, чуть глаза не лишился. Он, сука, про хату думал. Ага. Иди сюда. Нет, ты драк, блин, тихо. Все, ребятки, на этом видео заканчивается. Короче, вот это дурное. Да тихо, что ты? Я ж тебе говорю, поаккуратнее, блин. Капец. Все, ребят. Ставьте лайки, сука, бомжара, утеплили. Да вообще, ты такой, как этот. Бля, у тебя задницу отряхни, вот и этот. Капец, я тебя не буду в машину сейчас. Пешком пойдешь, короче. В машину тебя еще садить, на такого свиняку. Все, ребят, на этом видео подходит к концу. Палец вверх, пишите комментарии. До скорой встречи.